Ребят, если вам понравился, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк. 166, а ты с прической сразу меряешь? Нет, ну а чё вы подвели? Слава! Все, короче, давайте смотреть. Паук! Несмотря на то, что... Блядь! Мудила ебаная! Бля, гандон ёбаный! Предпочитают не связываться. Даже крупные животные, пауки, страдают от мелких вредителей. Для того, чтобы защитить свою кладку, паук подселяет в свое гнездо лягушку. Она пожирает муравьёв и других мелких насекомых, защищая тем самым яйца тарантула. Просто как я завожу собаку... Вообще не обосрался нахуй. Вообще я обосрался! Илюха, гандон ебаный, бля, просто топтал душу его, бля. Бля, я испугался. День кончился, можно срать его лютого, бля. Бля, гандон не усан, и просто пердел ему, бля, сука, бля, в лапте срал ему лох, бля, попушенный, бля, гандон, бля. Блин, может, караоке стрим устроим? Тари-да-ри-да, тари-да-ри-да. Тари-да-ри-да, тари-да-ри-да. Работаем. Как я отношусь к бустеру? Нормально. Здорово. Дай ПЖ логин и пароль от Стима. Я хочу в Растик поиграть с кентафуриксами. А. Ну, после стрима напомни мне, я дам, хорошо. Подчеркивай. Слав, делай кальяну. Не, охуели? Малыш. Ебанулись, бля, у меня слабость. Малыш, малыш. Отсосешь? Ну ладно. Да. Кореш так повзрослел, он какой-то реально взрослым стал. Какие-то мужские черты такие жесткие. Слышь? Здравствуйте. А можно у вас прыжок с парашюта забронировать? А какой есть прыжок? Прыжки какие у вас есть? А с инструктором и самостоятельные, да? А самостоятельный прыжок? С инструктором. Ты там, блядь, ёбнешься. А 300 рублей страховка, что в нее входит страховка? 300 рублей. А, страховка жизни? Ваша жизнь стоит 300 рублей. Эй, йоу, молодой киберспортсмен. Плюс 300. Некоторое время я внимательно изучал музыкальные инструменты, хотел понять, из какого они примерно временного периода. Но неожиданно под роялем послышалось копошение. О, господи. Меня зад не забанят? Господи, у этой женщины заживала письку трусами. Корона, я хочу томатный сок. Фу, блядь, я домой нахуй, пиздец. Ты реально томатный сок любишь? Ну нет, не люблю, но сейчас захотелось. Ебать, корона еще беременна. Я люблю томатный сок. Ёбнешься. Как я отношусь к корешу? Не знаю. Как-то минус рэп. Приветчики. Блядь. Сидите пока. Ну, бля, пацаны, нету нормальных. Я не виноват, блядь. Дай не успокоюсь. Смотрите друг друга в глаза. Смотрите. Едут. Тупой дом. Так в этом-то и прикол, блядь. В этом-то и прикол. Да я так, блядь... А кто виноват, блядь? Если увидишь ментов, кричи Гена. Еду дальше. Вдруг у Чебурашки в колесо попали яйца. Чебурашки. Мышка. Там, по-моему, так. Убита какая-то хуйня. Нет? У Валеры Суперлайт. Белая, по-моему. Может, черная, не знаю. Мышка. Скорее всего, черная. У меня черная. Скорее всего, черная, дядь. Да, у меня тоже такая же. Но, не, нет, у меня желтая, кстати. Почему минус рэп с корешем? Ну, потому что это связано с ситуацией с Юлей. Как-то так неприятно. Кинул ее в жесткий момент. Ну, оставил ее. Без поддержки. Как стример, норм. Как стример, я отношусь к нему, норм. Ну, кстати, как у меня человек... была и белая, и черная, и черная лучше. А знаете, работает. Отличие какое? Блять, я вас ебал в жопу, блять.
говорит, черная лучше работает. Блять, да закрути рот, ну блядь! Слав, я тебе сейчас напишу. У меня, дядь, у меня белая работа через месяц перестала. А черная 4 года хуярила, блядь. Где такую хуйню еще увидишь? Только в GTA-шке, блядь. Время, блядь, без 15:03, нахуй. Один молоко таскает, блядь. Другой как шлюха оделся, нахуй. Это мне. Девочек, я писаю в раковину больше, чем я писаю в... Девочек, я писаю в раковину больше, чем я писаю в туалет. Это так, чисто инфа, ну пускай... Не зовите Лёшу в гости. Я, кстати, собираю... А кто писает еще в раковину из моих зрителей? Напишите, плиз, мне вот интересно. Я еще не встречала человека, пацана, который писает в раковину. Может, Лад тоже ходит в раковину, но я об этом не знаю. Раковины, в которые я поссал. Ну, если странно. Я иду в гости, я обязательно пописываю в раковину. Я писал в раковине у Бустера, у Наташи Генсухи. Реально? Встречала? Ну, может, я не знаю просто. Это все вранье было сказано для это шоу. Пранки же нельзя вроде. За правило, можно ли... Блин. Не затыкала. Он колонку забыл отключить. А мне тут не нравится. Типа ну, вставать не хочешь. Тут можно, тут на поворотике. Привет! Блять! Ебать! Кентик, поздоровался со мной! А что тут случилось? Я жестко. На фоне. Работают, слышишь? Кстати, ко мне приезжает же этот, Стас. Ну? Он недалеко, скорее всего, Вадь. Вадя. Вторая инферно. Знаешь, что я посмотрел? Что? Что самолет, на котором я лечил, в Тюмени разбился. Именно он? Да, именно этот самолет. А Бобу? Автобус, блядь. Почему смешно? Кстати, скажешь, вот вписал он там. Автобус, блядь. Я вчера угорала с этого, что Бобус похож на автобус. В данный момент вы наблюдаете пациента, который наблюдается у психиатра уже более 8 лет. Граждане! Все, ебало завалило. Вы, блядь, один готов? А что мне делать с тем, с родинкой-то в итоге? Я переживаю. Сходи к дерматологу. Он тебе проверит, может, это какая-то у тебя злокачественная... Дерматолог. Дерьмо. Говно. Да мне кажется, ты слишком перестраховываешься. Чтобы она пиздата всю жизнь выглядела. Она мне всю жизнь, я буду с ней в гробу лежать, алё. Я хочу, чтобы даже она в гробу, когда перенесется на кости, выглядела пиздата. Она не перенесется на кости. Че, дура, что ли, нахуй набивал ты? Она просто пропадет. Ее сожрут опарыши. Ну, блин, опарышам дороговато хавать придется. Супер дорогой стейк, да, типа да. Такой. Там есть мясо? Какое мясо? Ну, все, ты купила мясо. Мам! Что ты поев? А, такое мясо? Да. Ну хорошо, так я люблю, да. Спасибо. Если такое. Чтобы зубки были крепкие. Это телятина и ягненок. С кальцием, чтобы зубки крепкие были. Спасибо, шерсть мам. Хорошая. Люблю, ценю, уважаю. На, запей тоже. Спасибо, ну хоть йогурт человеческий. Благодарствую. Привет, девчонки, чего вы не танцуете? Бля, извини, братан. Ну какой пиздец, ебаный рот. Давай что-нибудь без
прыжков, без бега, без этого. Окей, махи. Вперед. Ай, блядь, сука, блядь. Реально пьяный мастер. Махи вот так, Катя. Куда? Что, я вообще не могу. Мне нравится, кстати, внешка Карина. Очень красивенькая девчонка. Блять, ну суки, ну что за хуйня ебаная, блядь. Моется из-за этого. Да не, ну там понятно, что когда-то ворожок уже там по-любому. Не, ну я прям творог сейчас, я прям на палец сейчас творог соскреб, то есть у меня прям, знаешь, ну такой густой прям подзалупный был, блядь. Ты себе, ну это понятно, что не только мне. Что он должен вонять как бы. Но запах, вот я даже могу облизать, понимаешь, мне вообще... Замечательно. Не, у меня вообще была идея просто взять вот именно твердый кусок говна и откусить, как батончик. Я вас обнимаю, я буду в слепухе работать. Для меня когда-то... Для меня когда-то тоже, ну не так, конечно, танцевал, но тверкал передо мной пацан. А второй раз, когда он захотел потверкать, Влад говорит, да не, не надо больше. Секунду. Мама звонит. Алло, мам. Приветик. Я стримлю, да, мам. Хорошо, да. Давай, тем, люблю, давай, пока. Ой. Да, возьмите там, блядь, на спиртовый танец, у неё что-то самое вообще происходит. Ну, слабенький выпуск, честно вам скажу. Слабенький.